Готовимся, давай. Или пишемся? Нет, стоп. Ничего мы не пишем, ничего не тренируем. Готов? Начали. Банальные до глупости мысли. Израиль удивительная страна. Сюда многие русские туристы приезжают, ну как за границу, как в Европу. А попадают очень часто как себе домой. Здесь говорят по-русски, думают по-русски, ведут себя по-русски. В этом смысле экологическая культура России и Израиля как братья, дым отечества. И получается, то, что русскому хорошо. А то, что русскому хорошо, еврей умирать. Много, но прекрасней всех кино. Масло. Это все останки византийской эпохи. Молельня, вот это вот эти развалины, в которых шейх Ахмед лечил бесплодие, дала имя этому месту. Курбат Саида. Так, дальше мы включаем половой. Иди, я полечу тебя бесплодие. Если бы ешь из презерватив. Сём, давай возьмём немножко. Серёжа, это зайц смогу решить. Мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино — волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм. Миша, скажи, занятия экстремальными видами спорта – это достаточно дорогое занятие? Ну, не дешевое. То, что мы делаем сейчас, это, в общем, это не экстремал. Мы тут лазали, конечно, по горам, как козы, но экстремальные, да, там много снаряжения и вообще много серьезных таких трат в экспедиции. Как часто вы участвуете? Ну, я постоянно. Все свое свободное время у меня уходит. Я где-то куда-то езжу постоянно и за границей, и в Израиле. Ну, в общем, я так понимаю, так живет обычный израильский студент. Ну, когда я был. Сейчас я уже кончил учиться. Когда я был студентом, я ездил больше. Понятно.